Дорогие друзья, уважаемые каспичане, мы с вами знаем, в каком сейчас положении находится наша страна, республика, город в связи с заболеваемостью коронавируса. Тяжелое положение очень. Болезнь не уменьшается, а увеличивается в настоящее время. Больных очень много. И, конечно же, в этом случае нам нужно принимать все меры к тому, чтобы предотвратить, остановить эту, извините за выражение, заразу, вот эту болезнь. Больше всего я хочу обратиться к нашему взрослому населению, ветеранам, от имени Совета старейшин и пенсионерам, взрослому населению, чтобы беречь себя. А для того, чтобы беречь, что нужно? Помимо того, чтобы соблюдать все эти профилактические меры, санитарно-гигиенические меры, конечно же, в настоящее время самый важный факт – это особый вакцинироваться. Только нас это может спасти, вакцинирование. В нашем городе в настоящее время все-таки процент заболеваемости еще не достигнут того, чтобы мы достичь того уровня, чтобы выработать коллективный иммунитет. Поэтому нам нужно всем обязательном порядке вакцинироваться. Это мое личное мнение. Это мое обращение к вам, к старшему поколению, от Совета ветеранов, от городской даже администрации, могу сказать. Значит, чтобы мы с вами вакцинировались все. Спасибо за понимание.